На ремонте мясорубка фирмы Kenwood. Модель MG510. Значит, диагноз крутится, двигатель работает, но сам шнек или не крутится вообще, или крутится, но когда начинаешь под нагрузкой не крутится. Слышно, что там проскакивает что-то. Разбирается вот здесь снизу винты. Винты под звездочку шестигранную с пыптиком. Я по-разному разбираю такую. Ну, например, или у меня вот такая. Вот такая плоская отвертка с срезом. Вот она туда аккуратненько залазит, и я откручиваю. Или подбираю плоскую отвертку, которая там внутри, если не нахожу. Шестигранника с дырочкой, потому что здесь пыптик. Или просто беру отверткой, сбиваю пыптик, и потом обыкновенным шестигранником откручиваю. Но это не суть важно. Можно плоскую из набора подобрать такую плоскую отверточку, например, вот такую, которая бы не подходит, подбираю из набора размер плоской отвертки такой, чтобы он там аккуратненько между зацепился, и все, и он откручивает. И таким образом вы можете открутить тот шестигранник, который, как вы думаете, не откручивается. Открутила 4 винта. Смотрим, в чем вопрос. Проблема с тем, что шестерня обходится. Значит, ну сейчас я дальше немножко разберу, покажу, как разобрать дальше. Там внутри есть 4 винта, здесь и вот там дальше. Откручиваем 4 винта, освобождаем провода. Вот я вам показываю расцветку, как они стоят, чтобы потом не перепутали. И можно вытаскивать. Показываю, в чем вопрос. Как видите, вот сейчас передача идет, а вот здесь, вот в этом месте, вот отсюда до сюда, вот здесь, если смотрите, отсюда до сюда, здесь съездим зубцы. Причина — большой люфт, вал. Расстояние между валов несколько великовато, зазор слишком большой, и хватает зубья, ну, самым верхом. И при большой нагрузке где-то косточка попалась на мясе, и сорвала. И вот здесь вот проходит. Ремонт возможен только в том случае, если будет возможность, значит, два варианта. Или будет возможность подвинуть электродвигатель ближе, или замена новой шестерни, ну, в чем я сомневаюсь. Как я решил этот вопрос, потом будет продолжение видео. Добраться до самого электродвигателя нужно снять вот этот корпус. Держится он на двух винтах под звездочку шестигранную. Откручиваем винты и имеем доступ к электродвигателю. Электродвигатель я уже открутил. Открутил, были вот здесь вот два винта. Я уже
два винта открутил. Доступ к электродвигателю есть. Задача, как я уже говорил, двоякая. Значит, или здесь вот вставляется, хорошо вставляется здесь шестерня, звездочка это, а есть задача подвинуть электродвигатель ближе. Думаю, это возможно. Если сделать овальными вот эти два паза, можно будет немножко подвинуть, и в таком случае вал плотно станет на звездочку. Но это я буду сейчас смотреть. Продолжаю видео. Значит, я разобрался. Общий диаметр 97, это диаметр 20, количество у меня 103 зуба, в продаже имеется на 103, на 104 зуба. В продаже есть, около 3 долларов стоит, я уже заказал, и когда придет, продолжу видео по сборке. Пришло новое шестерня, это которая сточена, я поставил новую. Теперь с ней все в порядке, уже установил в обратной последовательности. Пригодилось мне видео, которое я снимаю, потому что уже забыл, как подсоединяются эти контакты. Ну и сейчас все соберу и посмотрим на него в работе. Уже собран, работает. Он работал и дальше. Но даже когда я сдерживаю его, под нагрузкой хорошо крутит. Ну, собственно, ремонт закончен. Как я уже говорил, виной был именно эта шестерня, в которой часть было съедено. В ней 103 зуба, я купил на 104 зуба, как бы она немножко чуть-чуть больше, но все равно зазор есть, и поэтому если сильно нагрузить, заклинит нож в какой-то каком-то месте, то ее все равно может, это слабое звено, ну запчасть стоит недорого, 3 доллара в принципе для фирменной мясорубки, ремонт обошелся не так дорого. Поэтому таким образом можно отремонтировать запчасти, на нее в принципе есть практически любые.